Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Животные против лесорубов». Сегодня я хочу пройти вот эти вот три миссии. Так, ну что, давай начинать потихонечку. Немножечко мы с тобой набили бонусов, которые нам в дальнейшем очень сильно пригодятся. Так, ну, в принципе, здесь ничего страшного нету, как по мне. Так, 650 желудей. Кстати, мы скоро с тобой откроем эту ячейку. Нам остается всего лишь 100 желудей найти. Так, а здесь мы оставим палочки и улей. Нормуль. Так, что у нас там по бонусам? Блин, перца нету. Ладно, не беда. Погнали. Коко, быстро, быстро с тобой бежим. Моментально практически. Так, тихо. Давай сделаем вот таким вот образом. Вызовем носорога, плюс крокодил и улей, конечно же, улей. Ну и наши макаки. Так, что такое? Что опять не складывается у нас? Улей, быстрее бросаем его. Так, вот они бургеры, вот они желуди. Все как полагается. Носорог подошел. И это круто. Так, крокодила, да, убили? Точно. Крокодильчика у меня не уничтожили. Кстати, надо было мне взять, наверное, оленя в команду, потому что я его немножко прокачал. Я и совсем забыл про это. Ладно, если что, в следующий раз. Я думаю, вместо носорога его взять. Так, давай, наверное, тигра позовем. И, наверное, нам надо будет крокодила еще позвать. Так, кто-то там мешается нам, а? Что же шпана? Вот она. Давай, крокодил. Ой, крокодил. Бегемот, выходи. Надо выручать нашу братву. Слушай, что-то у вас тут слишком много, по-моему. Так, надо вот здесь, наверное, сбросить палки. Чтобы, ну, быстрее все это дело у нас тут проходило. Слушай, если честно, тут все очень плохо. Во-первых, очень много врагов. Если ты еще не успел заметить. И везде они причем. Так, ладно, здесь, наверное, справимся мы. Оу! Они уже дерево идут пилить. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Да ладно, блин! Вот так, друзья мои, вот и не успел я спасти это дерево, а хотел. А знаешь все почему? Потому что вот там, вот, как я тебе говорил, появлялись лесорубы на своих парашютах и не давали моим животным просто-напросто пройти. Вот и все. Только лишь из-за этого. Я не понимаю только одного, почему мы так долго с ними разбирались. Они не настолько сильные и крепкие. Значит, их здесь было очень много. Только такой вот вариант ответа. Так, ладно, пойду я смотреть, что там вообще происходит. Слушай, ну, желуди, главное, идут. Так, подожди, куда ты слезла? Желуди у нас с тобой идут, копятся, и это круто. А врагов что-то тут все больше, больше и больше, по-моему, мне кажется, да? Во-во-во-во, они все, все, ребята, смяли на своем пути, посмотри. Так, улей бросим. Да что опять-то там, в чем проблема-то, не могу понять. Где все мои животные, эй? Хорош прикалываться-то так. Я офигею, два носорога и обезьяны не смогли справиться с каким-то бормотом. Да ну, чушь полная, ребят. Просто чушь полная, потому что они должны были вообще вот тут смять в порошок. Еще раз говорю, ребят, мне носорог не очень нравится по силе. Мне кажется, он какой-то вообще неадекват. Хотя все многие говорят, вот он крутой. Да какой он крутой, мне кажется, тигр даже будет круче. Да, или их тут действительно слишком много появляется, поэтому мы не успеваем. Плохо. Я думал, мы, конечно, с тобой получше пройдем. Но здесь не хватает нам еще перца. Был бы у нас перец халапеньо, у нас бы уровень был бы пройден вообще идеально. Ну что там опять? Ну ты посмотри, а.
Ну как такое вот может быть, а? Ну посмотри, как они долго с ним тут дерутся. Я на самом деле действительно думал, что все будет намного быстрее и проще. Но я, видимо, ошибался очень сильно. Так, крокодилы у меня куда-то почапали. Ну и куда вы почапали? Тут и так все чисто, никого нету. Плохо, когда тратишь бонусы, да, и уровень не проходишь на 3 звездочки. Вот это самое обидное. Потому что бонусы и так, как говорится, на дороге не валяются. Попробую еще их достать. Так, залезь ты наверх, господи. Мне бы, конечно, лучше бы желудей побольше выпадало. От них хоть толку будет больше. Потом будем с собой открывать ячейки. Я вначале хотел открыть бар со снежного. Но потом подумал, зачем он мне сейчас. Лучше мы будем открывать ячейки. А потом уже будем копить на барса. Так, ну что, машину мы с тобой, наверное, сейчас разобьем. И будет наша на сегодня первая победа. Но не идеальная, к сожалению. Так, два деревца мы спасли с тобой. Ну, давайте посмотрим, что за бонус нам выпадет. Так, ну что, друзья мои, переходим тогда ко второй миссии. У нас с тобой бонусы-то еще есть, по-моему, да? Ёлки-палки, тут ниндзи, медики, вот эти вот здоровяки и ковбои. Хорошо. Хорошо, я готов. Давай смотреть, что у нас тут осталось. Ага. Часики, бургеры. Угу. Ну что ж, я, наверное, вот это вот уберу пока. Подэкономим чуть-чуть на последнюю, как говорится, третью миссию. Что там уже хрюкает кто-то? Мяукает, а? Они уже идут. Они уже здесь. Ё-моё. Давай-давай-давай-давай быстрее. Так, может быть, травануть их? Не, не надо. Ну где вы там у меня? Заснули, что ли? Не пойму я. Коко так мало отнимает здоровье своими кокосиками. Ты посмотри. Вообще по мизеру. Срочно вызываем крокодила, друзья. Срочно. Так. Вот он, крокодил уже тут. Совсем. Мне это все не нравится. Совсем, ребят. Давай, тигр, выбегай. Так, нам нужен, наверное, еще один крокодил. Давай так сделаем. Улей. Так, вызываем макаку. Давай, давай, давай. Да что ж такое? А, нет, все нормально. Подбили. Так, там опять у нас кто-то появился, да? Там у нас ниндзя вовсю орудуют, а? Ты посмотри на них. Обезьяны у меня здесь, понятно, без палочек, поэтому они очень долго здесь дерутся. Давай вызовем тогда еще носорога на помощь. Вот, крокодил хотя бы здесь помогает, отлично. Так, стоп, 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 стоп. Ё-моё, я не там, ребята, ё-просоте. Да не идет, а завалить его, господи, ну... Что-то мне кажется, что совсем все здесь печально у нас будет. Давай, давай, быстрее бросаем этот улей. Ну, и че? Два крокодила там дерутся, да? И не справляется, я смотрю. Не, вообще никак не справляется. Один носорог тут стоит против всех. Так, давай, 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 улей бросаем. Вроде отбились. Тигр, беги. Да, это все из-за этих ниндзя, которые там появляются впереди. Они задерживают просто-напросто моих животных. Вот что я тебе скажу. А вот это вот еще хуже, ребят. Они идут туда, где тачка, понимаешь? И сейчас тачка их будет сбивать. Зачем они так делают, а? Так, тигр прибежал. Так, а мы с тобой сейчас попробуем, наверное, еще одного крокодила позвать на помощь к нам. Вот он явился.
У меня не остались ни лечилки, ни отравлялки. Все профейлил. Все абсолютно. Только не надо говорить, что эта армада сейчас на меня попрет. А она попрет. Она попрет в тот момент, когда мне нужна будет. Ё-моё, все, ребят, потеряли мы с вами дерево. Да убегай ты, говорю, блин. Вот не получается идеально пройти. Но я тебе еще раз говорю, это потому что нету перца. Был бы перец, они бы быстрее у меня и агрессивнее дрались бы. Блин, я думаю, в чем проблема-то? Палки нету. Нету бамбуковой палки. И крокодилы тут почему-то сдают позиции свои. В общем, сложно, ребята, здесь без всех полностью бонусов играть. Но, тем не менее, я этот уровень пройду. Да, пускай не идеально, но пройду. Эти ковбои стреляют по моим крокодилам. А это посмотри, вон они. Стоят, наяривают. Так, это последние, к тому же, лесорубы. Так что сейчас мы их уничтожаем, и уровень будет пройден. Так, я хочу глянуть, что у нас там лежит. Вот, желудь, например, был. И вроде бы как все. Остается нам с тобой запинать эту машину. Да, мы сделали это. Ну и что? Ага, два дерева. Блин. Ну что, друзья мои, еще один уровень у нас остался здесь, на этой карте, который красного цвета. Так, ну что, здесь выбираем. Погоди секунду, может быть. Да, я же, кстати, хотел. Вот, не так, не так, вот так сделать. Это раз, здесь вставляем все как есть и забираем все свои оставшиеся бонусы. То есть вот эти часики тоже мы с тобой забираем. Но есть ли от этого смысл? Потому что мы сейчас просто их потратим и опять проиграем, да? Идут, идут уже аглоеды, охламоны. Сейчас поору тебе там. Крокодил, давай, давай, кусай. Где мои все эти-то? Не пойму, где животные-то все? Эй! Так, сейчас будем с собой вызывать оленя. Пускай он идет и помогает нам. Взяли, раздавили просто-напросто. Блин, вот это вот бесит. Да, макака, ты с этими палочками, я смотрю, вообще не алло. Потому что нет перца. Поэтому и не алло. Давай, крокодила позову. Ну и что ты так идешь-то? Еле-еле он идет, такой деловой, как будто тут. Да. Как будто здесь вовсе и не драки, а просто так, знаешь, прогулочка, ё-моё, в лесочке. Блин, мне кажется, там надо, ребята, сбросить. Так, давай еще одного оленя позовем. И палки здесь нужно сбрасывать, чтобы все это дело шло у нас побыстрее. Я не пойму, они что, прям возле. Ничего себе они. Эй, вы, ребята, не, вы не припухли здесь чуть-чуть, а, случаем? Фига вы даете. Так, погнали быстрее. Палки здесь сбросим и будем смотреть, что там происходит. Там уже, по-моему, дерево, да, нам рубят. Ну, практически, да. Давай, 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 родные мои. Хиляемся там, я не знаю, что хотите, делайте. Блин, я подмогу вызвал, она не идет. Тебя тут еще только не хватало, а? Ку-ку, ты что делаешь-то, блин? Ну все, еще одно дерево потеряли. Да ё-моё, ну я не знаю, ребят, это какое-то. Какое-то, я не знаю, проклятие просто-напросто. Сегодня не можем пройти вообще ни одного уровня идеально. Ни одного. Опять там эти мешаются, а?
Как вы мне дороги, а, лесорубы чертовы. Ну ты посмотри, просто в наглую все тут делают. В наглую мешаются. В наглую, вот и все. Давай еще вызовем. Ох, ничего себе тут у меня оборона стоит такая. Некислая довольно-таки. Так. Ох, подкрепление идет, смотри какое. Огромное просто. Слушай, а мне нравится. Сейчас, правда, если мы чуть-чуть с тобой подойдем, нас машина вот эта начнет давить. Не очень-то хотелось бы, если честно. Вот, начинается уже, да? Так, что у нас тут? Давай посмотрим. Тут, как всегда, разборки. Как всегда. Твою же дивизию, а. Берите палки, бомбите по ним. Так, тут пока хорошо все. Так, пойдем прогуляемся, посмотрим, что у нас тут. Куча бургеров. Вот так вот надо было с самого начала стоять и держать оборону. И было бы вообще все идеально, никто бы тут не прошел бы. Смотри, что творим. Просто уничтожаем одного за другим. Круто. Но, тем не менее, все-таки мы с тобой одно дерево потеряли. А значит, победа у нас не идеальная. Да? Ничего с этим не поделаешь, друзья. Так, 21 желудь. Получили и 73 листочка. Так, и что мы будем приумножать? Листочки. Так, ну что, давай посмотрим, что мы можем с тобой улучшить. Так, желудей у нас 641 штучка. Я, по-моему, могу себе открыть ячейку. Так, и 424 листочка. Так, может быть, оленя нам? Давай оленя с тобой апгрейдим и еще разок. Слушай, 8-й уровень имеет он. Я думаю, что это будет круто. Так, а теперь как ячейка-то у нас открывается, ты помнишь? Я что-то не помню. Для этого нужно, наверное, типа войти в бой. Наверное, скорее всего, так. Ну, к примеру, я возьму, ну, вот этот уровень, к примеру. Так, ячейка 650. А мне не хватает, ребят, я еще не накопил. Ну что, давай попробуем пройти этот уровень с тобой идеально, но без бонусов, к сожалению. А нет, есть все-таки немножко бонусов, отлично, попробуем. Так, дай-ка я вот так, наверное, сделаю. Вызову оленя. Вот скажи, зачем я сюда кинул улей? Для чего? Зачем он там нужен был? Так, крокодил кусается. Эй-эй-эй-эй, шпана, потише. Так, олень, давай, наяривай. Его уже оглушили. Что-то олень 8 уровня не такой уж и сильный, если честно. Ну, потому что он всегда должен стоять сзади, друзья, сзади. А не на передовой. Потому что он хиллер. Надо это помнить и не забывать. Так, макака тут бедная сражается одна. Так, тигр пришел на помощь. Окей, давай еще одного тигра позовем. И еще одну макаку. Нет, надо все-таки оленя звать. Без хила тут как-то, ну, тяжело. Без оленя тут тяжело. Так видишь, в чем проблема-то? Мы вызывать будем с собой оленя, к примеру, да? Тут не будет никого, потому что, ну, долго ждать приходится нам. Хотя, может быть, обойдется все. Так, давай крокодила позовем. Зажимается со всех сторон, а ну ты посмотри.
Здесь дофигища. И там еще врагов дофига. Совсем не дело. Совсем, друзья мои, это не дело. Так, сейчас мы глянем, что будет. Так, нормуль. Надо срочно бежать туда и смотреть. Там же, по-моему, дерево рубят. Да не успели, что ли? Да не, вроде пока держимся. Хорошая... Все равно спилили, а? Как они могли это сделать? Если у меня здесь животные были, с которыми они дрались. Я не понимаю этого. Ну вот, даже легкий уровень не смог пройти. Понимаешь? Вот фигня-то полная. Ну, ничего, ребята. Рано или поздно отомстим мы им. Рано или поздно. Там совсем чуть-чуть оставалось-то нам. 10 желудей. 24 листочка. Ну давай чем-нибудь. Так, ну что, дорогие друзья, на этой ноте, пожалуй, я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.